тряпки! Быстро! Что, Васянин победил? Васянин? Есть двое штек по-деревенски на одной сковородке. Здравствуйте, товарищ Быстров. Здорово, Васянин. Здравствуйте, малютка. Ну, как там у вас в небесах? Очаровательно. А у вас на грешной земле? Подходящий. Привет, товарищ Васянин. Привет, товарищ начальник. Товарищ начальник порта, за время моего дежурства происшествий не было. Выпущено 11 самолетов. 5 ночью, 6 согласно утреннего расписания. Все машины ушли полной коммерческой загрузкой. Прилетов 3. Дежурный поверен вам порту Быстров. Здравствуйте, товарищ Быстров. Доброго здоровья. Лёля! Елена Александровна! Товарищ метеоролог Славина! Эй ты, ветродуй! Что тебе, Таня? Почему не даешь мне погоду? Туман на трассе. А прогноз? Неблагоприятный. Хорош! Во! Я тебя безответно люблю. За тебя. Устал. Ну ничего. Сейчас заправлю с горючим, а потом... Сосну минуточек 600, и все будет в порядке. От чего же это вы так устали, товарищ Васянин? От того, уважаемая Мария Павловна, пока вы здесь изволили ночью посапывать, а я успел смотаться в Горький и обратно. А зачем же это, Михаил Степанович? За больным нужно было срочно вылететь. А потом, знаете, Машенька, лишние 800 километров никогда не лишние. А, охотник за километрами. О, покоритель стихии, прошу. Благодарю. И от чего это у тебя, Михаил, такая жадность к километрам? А какой же я летчик без налета? А потом, знаешь, Татьяна, это ведь только так кажется, пустяки, 4,5 копейки километр. А когда летишь, то эти пустяки только мелькать успевают. И зачем тебе это нужно? 198% плана, всех обошел, а успокоиться не можешь. Спасибо, расходы, Маша. Расходы большие. Какие у вас расходы? Это моя тайна. Эту радиограмму дежурному, эту командиру отряда. Быстро. Не перепутаешь? Есть не перепутать, товарищ радист. Ну, стартуй. Туман. Какая гадость. Да. Как быстро все затянуло. Это надолго, Миша. Чего ж тут? Дежурный по аэропорту слушает. Есть. Есть ввиду густого тумана закрытие аэродром.
Дежурный по аэропорту. Да. Аэропорт закрыт, товарищ командир отряда. Прилеты? Сейчас. Л-1040 ожидается через час. Пилот Зубов. Пока прилетов больше нет. Вот, радиограмма. Одну минутку, товарищ командир. Последнее радио из Орла. Л-2146, пилот Славин. Вылет из Орла 13:40. Пассажиры, почта. Товарищ командир, дело не важно. У Славина горючего в обрез. Отсутствием времени горючим не пополнялся. Чего на донышке? 30 минут. Встречного ветра нет. Дотянем. Скорость 250 километров и полная нагрузка. Самолет к слепой посадке не приспособлен. Врежется запросто и поминай, как звали. Молчи. Не слышишь. Влипли. Вроде этого. Ничего не видит. А маяк? Да что в нем толку? По маяку не сядешь. Если бы он хоть кусочек земли видел. Дай санитарную машину на красную черту. Ну. Сел! Ай, ты славен! Молодец! Сел! Как бог сел!
за черт? Почему Зубов? Зубов? Здравствуйте, товарищ Зубов. Привет, товарищ командир. Сколько у вас осталось горючего? На 3 часа полета. Почему же вы нарушили инструкцию? Вы свободно могли ждать, пока рассеется туман. Так точно. Почему же вы садились? Не хотел зря утюжить воздух. И поэтому зря рисковали собой и машиной. По-моему, я сел неплохо. На авось. На авось. Границу аэродрома я определяю по маяку. Туман слался по земле. Я вошел в него на уровне верхушки радиомачты и, рассчитав по ней высоту, начал выравнивание. Понятно? Зайдите ко мне после. Есть. Не завидую я тебе. Обойдется. Так, теперь, значит, второй раз переживай. У человека горючего на 15 минут, а он уже полчаса ходит. Сейчас самолет не на бензине летает, а на его искусстве. Вот. Ты слышишь, Гвоздь? Ходит. Есть еще, значит, керосин в примусе. Гайки, болт, это называется не на бензине летать, а на нервах. Летим-то пока еще на бензине. А вот садиться действительно придется на нервах. Было очень рискованно, Сеня. Очень. Зачем же вы садились? А я хотел, чтобы вам понравилась моя посадка. Опять? Опять. А потом я хотел проверить, могу ли я сесть слепую. Но ведь вы же могли разбиться. Ну, вы немножко поплакали. Леночка, милая, я не хочу превратить свою жизнь в серые нудные будни. Я хочу, чтобы каждый мой день был праздником. Вот когда я иду бреющим над самой землей, когда каждое деревце, каждый кустик грозит мне смертью, а машина послушно несется между этими сотнями смертей, мне хочется кричать от радости. А он? Славин? Да. Он летает по инструкции. Значит, он хорошо летает. Он помнит, что у него на борту пассажиры, а на земле я. Ну вот, я хотел, чтобы вы чуточку за меня поволновались и заставил вас волноваться за мужа. Сейчас появится солнце. Он сядет. Теперь бы и Гвоздик сел. Зубов. Ты эти свои опыты брось. Какие? Метеорологические. Тут, брат, семья. Понимаешь, семья. Семья это такое дело... До которого тебе нет никакого дела. Понятно? Жалко.
Как прошло твое дежурство, Леночка? Почему ты молчишь? Что с тобой? Ничего. А почему ты меня не встретила? Ведь Зубова ты встречала? Я думала, что это ты. Но ведь ты увидела, что это не я. Почему ты потом не пришла? Потом появилось солнце. И мне уже не надо было о тебе беспокоиться. Как бы и гвоздик сел. Вот как? Это не твои слова, Елена. Прошу вас, Евгений Павлович. Спасибо, хозяюшка. Пожалуйста. Ну-ка угадай, сколько добавочных оборотов мотора я тебе гарантирую. Сколько? 2 месяца вы возите с этим рекордом. 2 месяца. То карбюратора меняете, то надув увеличиваете, то еще что-нибудь. Скучно как. А ты думаешь, сел, полетел и рекорд? Леночка, не мешай, пожалуйста. Ты в этом ничего не понимаешь. Извините, пожалуйста. Я не буду вам мешать. Ну, чего же ты обиделась? Я не обиделась, просто я не хочу вам мешать. Лена! Лена! Все жены обижаются именно тогда, когда мы этого вовсе не ожидаем. Кто? Алехнович? Полетать, потренироваться? Погоди, погоди. Он же сегодня выходной. Делать нечего. Пусть идет в буфет пиво пить. Ну, дорогой, поздравляю. Получаем. Что? Вашу скоростную мечту ПС-84. Да ну. Да. Спасибо Москве. Только одну штуку дают. Маловато. Теперь из-за нее все ребята перегрызутся. Ну да. Надлежит выслать на завод пилота для приема и доставки в ваш аэропорт. Кого же послать? Видимо, придется Славина. Славин подготавливает рекорд. Верно. Значит, Зубова. А у Зубова с воздушной дисциплины слабовато. Тогда Васянина. Хотелось бы все-таки Зубова. Почему? Очень просто. Задание ответственное. Выполняя его, нельзя быть мальчишкой. Волей-неволей станет серьезней. А техника пилотирования у Зубова богатейшая. Ну что же, посылай. Погоди. Я все-таки еще подумаю. Он или Славин. Только недолго думай. Сегодня же надо отправить. Есть. Ладно. Что с тобой делается, Лёля? Ничего. Нет. Ты скажи, что происходит. Я знаю. Ты уже больше не любишь Колю. Нет. Почему? Люблю. Ты думаешь, что он очень... обыкновенный, очень рассудительный, скучный. Что он к самому заурядному полету готовится, как кассир к ревизии. Ведь радуй ты, мой несчастный. Ну, что ты в этом понимаешь? А ведь рекорда он добьется. Правда? Добьется? Рекорд? Которого он пытается добиться 2 месяца на старой пассажирской машине. Во-первых, рекорды в 2 дня не ставятся. Во-вторых, машина не такая уж старая.
А в-третьих, ты такая дура. Боже мой, какая ты дура. Ну да, конечно. Тебе нравятся такие, как Зубов. Чтобы он мужество подносил тебе, как коробку конфет. Чтобы он на новенькой машине летал смелее всех. И глупее всех. А ты на старой попробуй. Шляпа он, твой Зубов. А вот Николай... А Николай никогда не вылетит, если ветер хоть на 2 метра больше, чем полагается по инструкции. Ну, а я, по-твоему, летчик? Нет, ты скажи, я летчик? Да. Ну, значит, я понимаю, что такое летчик. Неужели ты действительно не понимаешь, Коля? Ведь стоит только раз увидеть его, чтобы понять, какой это по-настоящему хороший человек. Татьяна! Елена! Новость! Какая новость? Зубову послали в Москву за новой машиной. Почему не Славина? Славин полез на высоту проверять мотора. Да, еще новость. Приехал инструктор по парашютному делу. Ну и что же? Ну и что же? Для кого как, а для меня совсем не дело. Болтаться на каких-то идиотских бечевочках. А над тобой только кусочек мануфактуры. Татьяна, ты поговори с инструктором, скажи, что я уже прыгал из щебуточки в школе. Ты слушаешь меня? Да. Итак, товарищи, сегодня мы начинаем наше занятие. Повторяю, свободны могут быть только уже прыгавшие. Видите ли, товарищ, у меня нет значка, но я тоже старый парашютист. Старый? Ты? Угу. Когда это было? Ты же сама видела. Никогда этого не было. Здесь ты не прыгал, в школе тоже. А вот я... Я прям не представляю, как это можно прыгнуть? Ведь это, наверное, так страшно. Конечно. Да ты просто трусишь, Михаил. Трушу? Я? Что случилось? Чуть не ухватило месяц зубами. Что у тебя? Ничего не понимаю. На 5000 моторы сбавили оборот. Не везет? Да при чем тут не везет? Просто чего-то не учли. Красная. Вася, не пари чушь.
Почему же чушь? Он же всегда так виражит. Заем. Шасси! Шасси-то! Шасси выпусти! Разобьет? Да. Дров будет. Было с шасси. А ничего не было. Просто испытывал летные качества машины. Кто вам разрешил? А если ты ее разбил? Не разбил уже, видишь? Ты хулиган, Семен. Что? Я хулиган? Товарищ Зубов. Есть. Послушайте, Сеня. Вы говорите, что вы меня... Что вы ко мне хорошо относитесь? Докажите мне это. Исполните мою просьбу. Не рискуйте так больше. Хорошо? Год тому назад вы полюбили Славина. А я полюбил вас. Вы вышли за него замуж. И все же, весь год я хотел жить так, чтобы вы гордились мной. Елочка милая, если бы вы только знали, как ярко чувствуешь, что живешь после какого-нибудь чертовского переплета, из которого едва выскочил. В такую минуту, севши на землю, руками хочется ее трогать, потому что наконец добрался до нее. Видишь по-новому, как ярко зеленеет трава, как замечательно трещат кузнечики, как красиво даже грязь, лежащая на дороге. Есть ведь. Должно же быть у человека такое шестое чувство, которое называется мужество. Ну какая же это романтика, возить скучных пассажиров, почты, ягоды. А вы не слушаете меня? Нет, слушаю. Мне бы так хотелось, чтобы не только вы были такими. Не сердитесь на меня, пожалуйста. Подумать только, такая пустяковина, а сбила меня все расчеты. Я туда, я сюда, ну ничего. И вдруг поймал. Легче, легче. Я это поймал уже четвертый раз, слышу. Нет, теперь это уже наверное. Значит, завтра я могу лететь? Может? Конечно, может.
Обязательно может. Хорошо. Давайте завтра обсудим и окончательно решим. Твой рекорд, Коля, это очень большое и серьезное дело. Викентий Павлович, поздравляю вас. Спасибо, Сенечка. Спасибо. Поздравляю вас, дорогой, с днем рождения. Спасибо. Спасибо, Леночка. Не такое уж большое событие мой день рождения. Ведь это у меня каждый год повторяется. Мне сегодня всем дарить цветы хочется. Спасибо. Да, Михаил, я и забыла, ведь ты сегодня прыгал. Прыгал. Ну как, расскажи. Да никак. 3 минуты я болтался на этом зонтике. До того скучно, хотя бы книжечку почитать. 3 минуты? 3 минуты его летчик на крыло выталкивал. Не хотел прыгать. Боялся. Конечно. Да не привык. То ли делал самолет. Сидишь в твердом кресле, машина послушна, летишь куда хочешь. А под тобой земля славная, уютная. А мимо облачка маленькие, как барашки, бегут, бегут. И километровые тоже бегут, бегут. И километровые тоже бегут, бегут. А ну же. Как бы я хотела, чтобы ты был немного другим. Как, например, Зубов. Почему вы все так относитесь к Зубу? Потому что он на каждом шагу делает глупости. Он прекрасно летает. Романтик всем своим существом. Чихни только раз, мотор, и от самолета ничего бы не осталось. А Зубова по частям выковыривать из земли пришлось. Нет, родная, это не романтика. Это смело. Это глупо. Скажи, девочка, если б я однажды пришел домой, перебил стекла, запустил бы сапогом в зеркало, ты была бы недовольна, правда? Я думаю. Так почему же ты хочешь, чтобы я в воздухе то же самое делал? Я тебя очень люблю, Коля. Но только... Только ты считаешь, что я очень скучный и что я трус? Нет, нет, Коля, я так не думаю. Хочешь знать, почему я не сел тогда в тумане? Потому что я не имел права рисковать машиной и людьми. Потому что я боюсь того, чего надо бояться. Потому что я совсем иначе, чем ты, понимаю мужество. Но если я начну тебе это сейчас доказывать, я боюсь, что ты совсем заскучаешь. Пойдем-ка лучше ужинать. Нас ждут. Гвоздик, как тебе не стыдно? Сеня, что с вами? Спросите вашего мужа. Летишь? Ты что, Сенька? На У-2 перевели. Ну? Как мальчишку, как ученика. Спасибо, Славин. Да брось. Я буду это помнить. Не относится своими заповедями. Этого нельзя по инструкции. Это риск, это хулиганство, это... Да вы гляди, услышишь, это грех. Попы какие. А я бы тебя оштрафовал рубликов на 500. Это сильнее действует. Нет, они думают, что на У-2 летать нельзя. Ничего. Я им покажу, что из этой божьей коровки можно выжить. Его на У-2 перевели? Да. Он на этой божьей коровке такое вытворять начнет. Вы бы... Что я? Может быть, вы на него подействовать можете? Зубов! Сеня! Я же вас просила. Зачем все это? Видите, что получилось? Глупо все получилось. Не делайте этого больше. Сень, милый, выслушайте меня. Я все уже выслушал. Хватит. Так можно выводить самолет?
Коля, мне нужно с тобой поговорить. Я буду у командира отряда. Хорошо. Заходи. Почему ты это сделал? Что? Это благодаря тебя Зубова сняли с машины. Не только. Но благодаря тебя тоже. Да. Почему ты это сделал? Потому что считал, что так нужно. Так нужно? Год тому назад я и Зубов были для тебя одинаково чужими. А потом... Потом я решила, что ты мне ближе, роднее, и вышла за тебя замуж. Теперь ты хочешь сказать, что я ошиблась? Что мне нужно было выбрать Зубова? Что так ведь? Да. Очень хорошо. Ты из ревности, а может быть из зависти предал товарища. А я? А ты? Не говори глупостей. Это не глупости. Я не хочу, чтобы ты был таким. Понимаешь, не хочу. Я буду таким. Тогда... Оставь. Оставь меня одного. Хорошо. Я ухожу. Только я ухожу совсем. Товарищ Панков, 46-ю заводите в ангар. Да, я. 46-ю. Все. Выводите самолет. Я пойду в воздух. Вот умница! Идите домой, товарищ Славин. В таком состоянии рекордов не ставят. Я о будущем нашем мечтаю, я все годы с тобою делю. Я все зимы себе оставляю, я все весны тебе отдаю. Совершил я ужасное дело, снял я солнце с небес голубых, чтоб оно мою Таню согрело с обожженных ладоней моих. Темнота всю планету прикрыла, люди бродят на ощупь по тьмам. Где куда подевалась светила, осветила у Тани в гостях. Хорошо, солнце у Тани в гостях. У тебя. Ну, конечно. Только все это так глупо. Страшно глупо.
Так что я у тебя поживу немного, если не возражаешь. Ну что, что ты, Вик? Ты мне ни капельки не помешаешь. Понимаешь, пока подыщу себе комнату. Пока подыщу комнату. Пока не говори глупости. Тебе роскошный диван. Валяйся на нем сколько тебе угодно. А гвоздик? Гвоздик. Гвоздика мы роскошно устроим. А может быть, гвоздика в мою комнату? Ты какая-то каменная. От тебя ушел муж. Почему? Почему ты не плачешь? Здесь ты и будешь проживать, дорогой Вася. А это надолго? Ну, откуда я знаю? Ничего не понимаю. Факт. Что факт? Факт. Завтра они помирятся. Нет, не помирятся. Ну, ты думаешь? Если бы я хоть что-нибудь понимал в этих делах. А с вами этого никогда не случалось? Со мной? Нет, пожалуй, случалось. Только это было очень давно. Конечно, и Славин отчасти тоже виноват. Ты думаешь? Оказывается, в жену тоже надо быть влюбленным, Викентий Павлович. Да, это, пожалуй, верно. Что ты в этих делах понимаешь, Клоп? Тебе спалось? Я тебя не разбудил? Ну хорошо. Вот что. Слушай, Елена не звонила? Нет. Вася, если Елена позвонит,
то ты, пожалуйста, не говори ей, что я звонил. Хорошо? Хорошо, дядя Коля. Я ж понимаю. Гвоздик, я тебя не разбудила? Послушай, Славин не звонил? Не звонил. Гвоздик, если он позвонит, ты ему не говори, что я звонила. Ладно? Ладно. Везет же тебе, Васяин. Зубы вы сняли. Славин занят своим рекордом. А тебе подарочек. Красавец ПС. Счастливый. В рубашке родился. В рубашке родился. Да у него эта рубашка была подлиннее, чем у тебя пальто. Варсан, вам просили передать результаты широколодных наблюдений. Славин пошел. Да, но только я вам не советую с ним сейчас лететь. Почему? Он вчера с женой разошелся. Внимание, пассажиров на Москву прошу на посадку. Носильщик. Пассажиров на Харьков прошу на посадку. Встречай пассажиров! А как называется эта машина? Я забыл. 4. Какой красавец. Кто, летчик? Какой летчик? Самолет. Да, в этом самолете как в международном вагоне. Шутку сказать. 21 метр. А когда у вас свет? Да пролетали через 25 минут. Спасибо. Если бы мне на У-2. Ну что ж, слетаем. Только со мной тебя не пустят. Никому не расскажешь? Подлец, я буду, если расскажу. Мы им покажем, как пилотить надо. Покажем, дядя Сень. Куда ты послал Зубова? В колхоз. Почту доставить. Да. Задание не очень ответственное.
зато полезная. Возвращение на аэродром отказала материальная часть. Самолет врезался в болото и затонул. Вина целиком ложится на меня. А ты? Кто тебе позволил сесть в самолет? Гвоздик был взят мной, без разрешения. Ступайте. Завтра вас вызовем. Есть. Я слушаю. Вася, принеси мой планшет. Он висит на стене, у зеркала. Не могу, товарищ Славин. Я арестован.
За самовольный полет на Л-192 арестован на 3 суток домашним арестом с правом посещения школы. Что это у тебя? Арестованному ужин несу. Да, пожалуйста, захвати там мой планшет. Ты только подумай, ведь какой босяк без моего разрешения, вообще без разрешения взять и отправиться в воздух. Ах, босяк. Плохо воспитываете. Плохо? Ну, конечно, плохо. Ведь когда я его из детдома брал, он мать едва помнил, а про отца вообще ничего не знал. Хоть и тяжело мне с ним, а золотой мальчишка. Конечно, будь у меня жена. Устраивающие истерики из-за каких-то грошей. Позор. А, хорошенькие гроши. 600 рублей. Мне было стыдно на тебя смотреть. Танюша, я же одинокий беззащитный летчик. Меня любой бухгалтер обидеть может. Но деньги ты все-таки получишь. Получу. Мне один только взнос остался. На что взнос? Увидишь. Товарищ Васильевич. Ну что, решила? Да, иду в отпуск. Уезжаю в Москву. К маме. И там останусь. Ну и глупо. Ты ведь сама во всем виновата. Ну, должна ему объяснить и извиниться. Ты подожди меня, пожалуйста, я сейчас. Ладно. Ты идешь, Татьяна? Нет, я подожду Елену. А ты летишь? Прыгаю. Ты ведь вчера прыгал? Да, и сегодня, и завтра, и так каждый день прыгать буду. Ты еще не знаешь, какой я. Вот вы, летчики гражданского флота, завтра становитесь военными. Ведь этого можно ожидать каждый день. И вот в район военных действий отправляется летчик Зубов. Смелый летчик, мужественный. Правда, товарищ Славин? Правда. Но этот смелый, мужественный летчик в спокойной обстановке утопил самолет и чуть не погубил себя и мальчишку. И вот смелость и мужество, такие хорошие советские качества, дискредитируются этим летчиком. Правда, товарищ Зуб? Правда. У него детская болезнь. Корлетания. Я тоже этим болел, но легко. А у него это в тяжелой форме. Это пройдет. Я тоже думаю, что это пройдет. Но мы все-таки отстраним вас, товарищ Зубов, от летной работы, скажем, на полгода. Я не врач, но, по-моему, это хорошее лекарство. Очень хорошее лекарство. Товарищ командир, вас срочно просят на старт. Иду. Подождите, товарищ. Я сейчас вернусь. Ну что ж, прощай на 6 месяцев. Прощай. Это не могло кончиться иначе. Я тебя предупреждал. Спасибо. Конечно, я не летаю так эффектно, как ты. Это многим нравится. Особенно женщинам.
Я живу по расписанию. Да, я так думал. Спасибо. Все получилось очень эффектно. Ну, я пошел. Благодарю за поддержку. До свидания. Все-таки настоящий. Трудно ему будет. 6 месяцев без самолета. Может быть... Что может быть? Может быть, можно отменить наказание? Нельзя. Может быть, можно сократить срок наказания? И тогда каждый пилот сможет безнаказанно гробить самолет. Это вы хотели сказать? Это не детский бумажный змей. Это настоящий самолет, управляемый взрослым человеком. И еще я хотел предложить. Я отправляюсь в рекордный полет. Разрешите Зубову лететь со мной вторым пилотом? Это значит, что вместо наказания мы, наоборот, предоставим Зубову почетное дело. Вы что, первый раз отправляетесь в этот полет? Четвертый. И 3 раза неудачно? Да. Что же получается? Во всех ваших неудачах, во всех разочарованиях Зубов не участвует. А сейчас, если вы вернетесь с победой, Зубов эту победу разделит с вами. Так ведь? Можно позавидовать Зубову, что у него такой друг, но в полет вы отправитесь сами, товарищ Славин. Есть, товарищ комиссар. Желаю удачи. Ни пуха, ни пера! Ни пуха, ни пера, говорю! Thank you.
поздравляю. Коля побил старый рекорд. Он пошел на посадку. Нет, он пошел еще выше. Ну что, видать? Да не найдешь. Пойди найди его, когда он уже выше Господа Бога. Николай Константинович, дальше рискованно. Пойдем вниз. Все рискованно. Пойдем вверх. Последняя радиограмма. Все в порядке. Пошли на снижение. Орлы. Коля пошел на снижение. Ты меня слышишь? И ты все-таки уезжаешь? Да. Эх ты. Что мне ему передать? Передай ему мои поздравления. Она все-таки уезжает? Да. Ну придумай что-нибудь. Придумать. Знаешь что? Ну. Надо сказать ему, что она плохо себя чувствует. Ну. Ну и что просит его зайти к ней? Зайти? Ну да. Какое сегодня число? 15-е. А сколько сейчас времени? Около 4. О, опоздал. Куда же ты? Моя тайна. Сюда!
зачем ты притащил это такси? Такси? Это моя собственная машина. Ах, вот что! Да. Это твоя тайна. Ну да. Я из-за этой голубушки столько выстрадал, а ты говорила, что я скупой. Смотри. Вот тебе мой подарок. А кто этот товарищ? Этот товарищ не учитывает, что я привык к воздушным скоростям и требует с меня 10 рублей штрафа. Вот за это я уплатил, а на 11 не хватает. На. Теперь ты совсем разоришься. Может быть. Может быть, мне следует просить прощения за свои поступки. Но можно мне этого не делать, Елена? Я не сержусь. Я сама не знаю, как все произошло. Я не хотела ничего дурного, а вышло все как-то очень плохо. Прощайте, Сей. Прощайте. Ты меня звала? Да. Я пришел проститься с Еленой. Поздравляю тебя. Ты настоящий большой летчик. Спасибо. Ты извини, что я тебя не встречал. Сам понимаешь, почему. Зачем ты меня звала? Я тебя не звала. Но хорошо, что ты пришел. Садись сюда на минутку. Я слушаю тебя. Я уезжаю. Я хочу, чтобы ты не думал обо мне так плохо, как ты думаешь. Я тебя никогда не предавала. Никогда не обманывала. Ну вот и все. Прощай. Я помогу тебе донести. Товарищи, вы сами понимаете, что это не первый бокал вина в моей жизни, который я выпиваю. И даже не последний. Но это первый тост в моей жизни, который я произношу. Прошу ценить это. Очень ценю. Давно пора. Конечно, в первую очередь я поднимаю бокал за замечательный рекорд моего
нашего друга Николая Славина. Этот скромный товарищ, кажущийся иногда скучноватым некоторым женщинам, установил международный рекорд высоты на обыкновенном пассажирском самолете с грузом в 2 тонны. Это наш праздник, товарищи. Но, товарищи, было бы, конечно, несправедливо, если я, говоря о других, ни слова не скажу о себе. А ты скажи. А мы послушаем. Этот довольно упитанный товарищ, с детства не любивший так называемых прыжков, в один день совершил 17 прыжков с парашютом. Таким образом, тоже поставив международный рекорд. Да это потому, что я тебе... Ты обязательно должна мне все испортить. И подумать только, что эта женщина должна стать моей женой. Прошу выразить мне общее сочувствие. Итак, товарищи, у нас сегодня 2 рекорда. Двойной праздник. Выпьем за наши праздники, из которых состоят наши будни. Выпьем за Зубова, которого сейчас с нами нет. За тебя, Татьяна. За вас, Елена. За тебя, Николай. За вас, Викентий Павлович. Выпьем за героев, из которых состоят наши обыкновенные советские люди. Устал. Ну ничего, сейчас заправлюсь горючим, а потом сосну минуточек 600, и все будет в порядке. От чего же это вы так устали, товарищ Васянин? От того, уважаемая Мария Павловна, пока вы здесь изволили ночью посапывать, а я успел смотаться в Горький и обратно. А зачем же это, Михаил Степанович? За больным нужно было срочно вылететь. А потом, знаете, Машенька, лишние 800 километров никогда не лишние. А, охотник за километрами. О, покоритель стихии, прошу. Благодарю. И от чего это у тебя, Михаил, такая жадность к километрам? А какой же я летчик без налета? А потом, знаешь, Татьяна, это ведь только так кажется пустяки, 4,5 копейки километр. А когда летишь, то эти пустяки только мелькать успевают. И зачем тебе это нужно? 198% плана, всех обошел, а успокоиться не можешь. Расходы, спасибо, расходы большие. Какие у вас расходы? Это моя тайна. Что, Васянин победил? Васянин? Есть дольфштекс по-деревенски на одной сковородке. Здравствуйте, товарищ Быстров. Здорово, Васянин. Здравствуйте, малютка. Ну, как там у вас в небесах? Очаровательно. А у вас на грешной земле? Подходящий. Привет, товарищ Васянин. Привет, товарищ начальник. Товарищ начальник порта, за время моего дежурства происшествий не было. Выпущено 11 самолетов. 5 ночью, 6 согласно утреннего расписания. Все машины ушли полной коммерческой загрузкой. Прилетов 3. Дежурный поверен вам порту Быстров. Здравствуйте, товарищ Быстров. Доброго здоровечка. Лёля! Елена Александровна! Товарищ метеоролог Славина! Эй ты, ветродуй!
Что тебе, Таня? Почему не даешь мне погоду? Туман на трассе. А прогноз? Неблагоприятный. Хорош! Л-1040 ожидается через час. Пилот Зубов. Пока прилетов больше нет. Вот, радиограмма. Одну минутку, товарищ командир. Последнее радио из Орла. Л-2146, пилот Славин. Вылет из Орла 13:40. Пассажиры, почта. Товарищ командир, дело не важно. У Славина горючего в обрез. Отсутствием времени горючим не пополнялся. Горючего на донышке. Эту радиограмму дежурному, эту командиру отряда. Быстро. Не перепутаешь? Есть не перепутать, товарищ радист. Ну, стартуй. Туман. Какая гадость. Да. Как быстро все затянуло. Это надолго, Миша. Чего ж тут? Дежурный по аэропорту слушает. Есть. Есть ввиду густого тумана закрыть аэродром. Дежурный по аэропорту. Да. Аэропорт закрыт, товарищ командир отряда. Прилеты? Сейчас. Вот. Thank you.
короткий